Привет, друзья! 9 апреля на дороге жизни произошло смертельное дорожное происшествие, в результате которого погибли два человека. Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося. Авария случилась около 0 часов 50 минут на 29-м километре автодороги СПБ «Море». В поселке Ириновка Всеволожского района 45-летний мужчина за рулем Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель был не один, на пассажирском сидении находились мужчина и женщина, которым на вид около 40 лет, а также 38-летний мужчина. Последнего в результате происшествия сотрудники скорой увезли в больницу в тяжелом состоянии. А вот для других пассажиров иномарки эта поездка оказалась последней. Мужчина и женщина скончались на месте. Владельцу Daewoo чудом удалось выжить. Более того, после встречи машины с деревом на мужчине нет ни царапины. Прибывшие сотрудники полиции проверили его на трезвость. Автомобилист оказался сильно пьян. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.